пытался спасти машину от огня и сгорел заживо. В Каменске-Уральском произошло ЧП. Во дворе дома по улице Октябрьской сгорелся легковой автомобиль. Затем огонь перекинулся на соседнюю «Газель». Владелец попытался отогнать транспорт, но задохнулся угарным газом. В салоне уже было сильное задымление. Далеко отъехать пострадавшему не получилось. «Газель» врезалась в дом. Очевидцы происшествия попытались спасти человека из огня, но было уже поздно. Следственный комитет начал проверку.